Реальные и фантастические, романтические и символические пейзажи рисует карагандинский художник Вячеслав Тюмин. Сегодня в Изо-музее на 45-м квартале состоялась его выставка. На открытии была Любовь Мартинкевич. Картины буквально сделаны на дранье, на скрипне. Смотришь на эту картину и видишь, как возмущается природа. А здесь представляешь себя среди лесной опушки. Затем сознание переносится к горам и постигает умиротворение. Именно такие эмоции испытываешь, когда смотришь на работы художника Вячеслава Федоровича Тюмина. Мы с ним давно знакомы. И вот он пишет такие стихи романтические и пишет романтические пейзажи. Мне нравится в этих пейзажах эмоциональность такая. И своеобразный такой подход. Надо заметить, что специального художественного образования у мастера нет. Все картины написаны по памяти. В художественных кругах Вячеслава Федоровича Тюмина называют романтиком. Его творчество – это порыв чувств. Впервые за кисть художник взялся в 1956 году. Эта картина отображает природу Урала. Там он родился. А так мастер увидел вторую свою родину – Караганду. Район «Старый город». Я рисую по памяти. В большинстве своих я рисую и с фантазией, и память прививается. Превозмочь даже не столько стихии, а самого себя в борьбе со стихией. За этим стихией подразумевать еще жизненные обстоятельства. На его выставку пришли как начинающие художники, так и состоявшиеся. В этом году ему исполняется 84 года. Он воспитал двоих детей, сына и дочь, которые и организовали сегодня эту экспозицию. Первые свои работы он рисовал у нас в ванной, сидел на корточках. Вот. И все шедевры свои он создавал конкретно. Он долго рисовал картины, потом созидал уже дома в красках. На выставке представлены 62 картины. Всего за свою жизнь мастер написал более 500 картин. В основном это пейзажи. Любовь Марсинкевич, Рустам Бараев, Артем Ковалев, 5 канал.